тогда бы, да, тогда я бы это было повезло с деревнями. А так, они мне в темп особо не сыграли. Так что, такое. Ну ладно. Тут все понятно, там ход приходит с Килгаром. Рестарт он не берет. Все его устраивает. Посмотрим, что меня устраивает. Дипломатия. Посмотрим еще героя. Герой еще говно. Нычка землянок. Еще нычка землянок. Пойдем пробьемся в соседнюю зону, посмотрим, что там. Дальше две дороги. Интересно. А, ну тут дорог-то и должно быть много, чего-то круто. Так. Ну, к несчастью и сожалению, это не очень прикольный расклад получается. Сразу рестарт, тут их три, поэтому первый можно. Фиги был арха. О, мамашка. Две мамашки.
меня компы Рамп и Некр, а у него второй Кастл, первый Инферно. У него второй раз приходит Кейтлин на рандоме. Лол какой-то. Нитро, кстати, сделайте поправку с претендентами и царем. После определенного момента я считаю, что нужно сделать ограничение, там, не знаю, 5-6 тысяч по золоту, если стрики будут. Конечно, не факт, что до этого дойдет. Но под конец он с нулем стартовать, что ли, будет? Закон отдал. В смысле, что значит отдал? Короче, за 1100 купил я конф и за 1100 продал цвет. Но так как я типа стартующий царь, то я должен, ну, с минус 2000 начинать. И за каждый вин в серии по минус 500 в сторону оппонента. Килвер берет рестарт. Да, не платит на бас. Не, наоборот, я делаю откат, то есть... Я хороший царь, раздаю бабло. Так, фьюр стартовый. Чего ни разу не был отстроен второй уровень. Ну ладно. Зато в серединке появились. Это хорошо. Коррупция, все дела. Я что, по-твоему, это... Тиран? Или как их там называли? Деспот.
Castle Hero Random берется. Ну, что-то вроде того. Ну, в смысле как? Нет, берется нормально, просто он надеется на Мюллича. Ему палатка пришла. Лол, опять куча данжей. У меня второй комп данж, первый кастл. Отлично, у меня по компам вообще все роскошно. Роскошно. Не забанен, не забанен, но его со старта брать нельзя, у тебя просто в пуле его нету, стартовых героев. Поэтому в надежде на Мюллиха, что он придет на рандоме, оппоненты ставят себе случайного героя стартового. Кто определяет турнирную версию для трех героев? Турнирная версия одна единственная. Турниры по охоте изначально ставят свою, ну то есть поправочку на охоту. А так только ход, только с согласия обеих сторон. Версия единая только сот с HV Rules. Так, ну так по компам Килгар тоже определил, что все в говне, и решил сделать рестарт. Так, у Килгара остался один рестарт, то есть если он сможет, то он только сейчас его возьмет. О, луна. Ну я подозреваю, что сейчас он рестарта отдаст. А у меня тут, кстати, блок. Ну как блок? Это ломается вроде как, не проблемно. Но я подозреваю, что он саканет и отрестартит. Там Сарша. Зато у него дабла с другой стороны. А у меня башня. Кстати, мы насчет Библы башни ничего не разговаривали. Ну, значит, можно отстраивать. Мы с перестройкой играем. Нитро, кстати, ты тут? Почему насчет перестройки ни слова, ни полслова? Играется без нее, типа. Да, у него даже трипла. Трипла против луны. И башни. Ну, фиг знает. Я бы рестартил. Наверное. Так, а что у него там? Может, у него Мюллич? Или Гуннар?
чем Wrathful не играют, она очень темповая и жесткая довольно. Ну, насчет не имбы, ну, я бы поспорил. Когда Луна с экспертом огня может просто проломать Го пешее, ну, допустим, со спятой скоростью на феечках. Типа Гидр, Наг. Ну или вообще жесткие любые охраны, особенно двугексовые. Стримил Килгера прямо как хомут, сори. Ребенок орёт, жена болтает, кастрюли гремят. Ну, молодой отец, чего хотели. Про Килгера говорю. Блин, что-то перебор.
6 LM-ку играем. В описании же стоит все. Так, я сейчас сделаю ход, да пойду. Пожалуй, это. Пожру что-нибудь. Ребята, ну, клиент есть на Heroes 3 TV, второй сверху от Just Observer. Именно мой, то есть он претерпел пару модификаций, я не могу точно сказать, какой и откуда он. Я уже и сам не помню. Где-то что-то докачивал, где-то что-то перекачивал. Как он именно таким стал, я не помню. Но примерно такой же на H3 TV. На Heroes 3 TV нет названия шаблона. А, и правда. Я и правда забыл написать. Потому что это сборка топ-сервера. От Бараторча идет HD-мод. А, ну там типа написано. Ну это сборка имеется в виду. То есть, естественно, что это не он делал HD-мод. Естественно. Пока у тебя есть рестарты, блок не блок, да и это не блок, то есть, ну, это нормально вполне. К тому же у меня воздушек 11 плюс 4, 15 воздушек со старта и аджор. Со старта и оппонент из-за двух каслов в кармане. Ну, то есть, родной и второй тоже не хочет, думает над тем, что рестарт или нет. Но судя по тому, сколько он таймера тратит, он не думает. Хочет играть. Не, у противника еще один рестарт остался. Он только сейчас его может взять. У меня еще два. Три каслы тремя каслами, а у меня, между прочим, башня в этом раскладе, в которой с Библы контроль появится махом. Для Луны это вообще топчик. Да мне как бы все равно, сколько он таймера потратит. Луна... Наша Луна типа джепа очень хороша, если особенно охрана приемлемая. Но она точно так же и на 6 LM может зайти нехиленько.
Ход приходит, рестарта не следует. Оппонент готов играть. Ну что ж, флаг ему в руки. Кем будем ломать? Сейчас подумаем. Стрелка с блесом. Так, ну значит ломать надо луной. Семь змеек. Ну давай стрелочку сразу разрядим в одну. Опасненько было. 13 мана осталось у луны. Опа. Добрый вечер.